Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель», у студії Маргарита Шубукова. Добрий день. Інформаційно-пропагандистська група гомельська гарвиконкама на чолі зі старшинею Петром Кирішенком навідала меблеву фабрику «Прогрес». Представники городських уладів ознайомилися зі станом справ на підприємстві, побували на витворчих участках і виступили перед працівним колективом. На підприємстві, якою випускає м'яку і кухонну меблю, сьогодні зайняти 650 чоловік. Витворчі могутності загружені цілком. Фабрика працює у дві зміни 5 днів у тиждень. Ассортимент виробів налічує звиш 50 одинок. Неглядячи на некоторые скорочення об'ємів поставок у Росії, у цілом географія експорту поширається. До прикладу, недавно почалася відгрузка меблі у Казахстан. Утримлюватися на плаву допомагає технічне переоснащення, яке ведеться постійно. Підприємство немножко переворожилось. Прошла модернизация, появилось новое оборудование, станки, ассортимент изменился, устойчиво работает. Несколько показателей ухудшились по сравнению с прошлым годом, но тем не менее я вижу, что и по уровню заработной платы, по уровню складских запасов, по прибыльности это предприятие вполне успешное. Під час зустрічі з колективом меблевої фабрики керівник міста розказав об основних виниках соціально-економічного розвитку Гомеля, а так само відказав на питання працівників. Сьогодні Міжнародний день пожилих людей. Згодно з рішенням Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, він відзначається з 1991 року. У Гомельській області до цієї категорії відноситься біля 300 тисяч чоловік, це майже 13% від загальної кількості населення. При этом больше, как 22 тысячи жихаров в области находятся во возрасте свыше 85 годов. 100-годовую межу перешли 63 человеки, сярод яких только 10 мужчины. Для поддержки состарелых зараз на Гомельщине реализуется комплексная программа, якая предугледжує оказание допомоги по разных накірунках. Только в этом году им выдаткована больше, как 2 миллиарда рублей на ремонт пячного отопления и электропроводки, а так само оказана материальная допомога с фонда социальной обороны у померы 5,5 миллиарда рублей. Что месячно на выплату пенсии с бюджету выдатковывается 1 триллион 180 миллиардов. Хоть только финансовыми сродками клопот об состарелых не обмежевывается. Для притягнения уваги до их проблем сегодня на Гомельщине организованы шерох доброчинных акций. И самое главное для них это увидеть то, что они когда-то делали, начинали, что оно получило соответствующее развитие, и общество, и государство уделяют на эти вопросы соответствующее внимание и требования. Поэтому я считаю, что это нужно делать, потому что все-таки, как мы видим, изначально я сказал, это немалый процент населения. Значит, на сегодняшний день вот именно пожилого возраста у нас более 13%. З нагоди Дня пожилих людей доброчинну акцію організували супрацовники Гомельського обласного об'єднання профсоюзів. Вони навідали дом-інтернат для застарелих і інвалідів Шубіна, які знаходяться у Вітківському районі. Зарад позитиву і бадьорості, теплі віншування і подарунки отримали люди, які проживають у соціальній установі. З подробязностями Дмитрий Котов. Дом-інтернат для застарелих і інвалідів Шубіна існує більш за чверть століття. Зараз у ім проживає більш як 100 чоловік. Для їх тут створені комфортні умови для повновартісного ладу життя. Є можливості для творчої реалізації. Однак для людей, які у сталому зрості залишилися одні, головним з'являється увага. Наші старики жаждуть уваги. В основному ми всім обезпечені і продуктами питання, і постільними, і что вроде бы как положено, но внимание, что никому бы не помешало. То есть зачастую это брошенные люди, своими родственниками, забытыми, поэтому вот лишнее внимание никогда не мешает. Такие поездки областное объединение профсоюза распочало в 2011 году. У доме-интернате шановных гостей завсёды шакают с особливым нетерпением. Для пожилых людей увага и мощность погуторить, як глоток поветра, який протягивает життё. У холле дома-интерната усім рушают подарунки, а тех, кто не смог прийти, навед. У их покоях. Наши профсоюзные организации области закреплены за домами-интернатами и посещают их не только в День пожилых людей, но уже стало доброй традицией посещать их и другие праздничные дни, и даже будни. Кроме того, что привозят для них сладкие подарки, многие отраслевые организации приезжают в дома-интернаты с концертами, привозят по их заказам посуду.
либо какие-то еще там другие предметы, и те, которые необходимы для проживающих в домах-интернатах. Такие встречи проходят в утульной сябровской атмосфере. Тут завсёды весело и позитивно обмерковывают самые разные темы, гучит смех. И при развитании жихары установы выказывают пожелание убачить своих гостей, як мага худшей. Дмитрий Котов, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель», Ветковский район. Во управлении внутренних справ Гомельского облвыканкама отбылися урочистости, просвященные 95-годию створения патрульно-постовой службы милиции. Специализованная выстава, на которой представили новые узоры боевой зброи, была организована у фойе областного управления. Сярод традиционных видов зброи и спецрыштунку зусім новые, как, например, сучасный пистолет «Канік» турецкой вытворчасти. Он значно легче, докладнее и танней за своего попередника пистолета «Макарова». Максимум в будущем именно это эта зброя заменит ПМ и станет головной зброей наших правоохранников. А лишь головным подчас мероприемства, зрозумело, были венчавания, ушановывание ветеранов службы и лепших супрацовников полка ППСМ. З нагоды свята начальник управления внутренних справ Гомельского облвыканкама Владимир Захарчук вручил нагороды за выдатную службу. Специальный нагрудный знак с надписом «Служим закону народу Айчине» отримали 4 керовники подразделения. У их лику командир полка патрульно-постовой службы милиции Сергей Олейник. Патрульно-постовая служба – это та земля, с которой произрастают настоящие милиционеры. Те, кто прошел эту службу, достигаются больших результатов. Только именно с земли, когда милиционер пройдет эту службу, он познает очень много, становится хорошим, первоклассным офицером, хорошим служащим, хорошим сотрудником. Сегодня хочется пожелать всем сотрудникам, всем руководителям, всем тех, кто сегодня и в последующие годы отдал свою жизнь, отдал свои лучшие годы службе в патрульно-постовой службе, здоровья, счастья, успехов, благополучия их семьям. Всего самого наилучшего, уважаемые коллеги. Протягиваем выпуск. Сегодня в Гомеле стартовал осеньский месячник по озеленению. Уделуем примут коллективы организации и предприемцев, школьники, студенты и все жадающие. Те отповедают целым областный центр нормам озеленения, какие частки города потребуют массовой посадки древ и до чего приводит поширение улиц. Отказы на это и иншие питания шукала Ганна Ковалева. Спроба вырешить одну проблему часом приводит до новых питаний, отказа на какие еще потребую знайти. Так, поширение улицы Кирова потягнуло за собой выдаление больше за сотню древ. Каля половы перенесено у иншее место. На взамен знесенных высадят каля 500 новых рослин. Однако поширение проездной частки не дозволит сделать это в полном объеме уздовж центральной дороги. Разглядается вариант посадки древ у дворах. А лишь и это складанная земля тут просякнута коммуникациями. По этой же причине самовольная посадка навод одного древа повинна быть обовязковым порядку сгоднено с коммунальными службами. Мы каждую посадку все согласуем, где какое дерево будет садиться, где какая порода. Ну, в условиях, конечно, города лучше всего к загазованности, к солям, которые сыпят на дороге, лучше всего выносит клен на сегодняшний день. Подчас брифингу гомельским гарвыканкам особливую увагу звернули на пытание законности выдаления насаджения. Перш чем знести древо, проводится его оценка, усталевывается ступень драхлости, а заключение узгодняется с усими затекавленными. У тем лику с инспекцией природных ресурсов и оховы навокольного осяроддя. Уровень озелененности у нас сегодня в городе составляет примерно 25%. То есть как бы то, что по генплану предусматривается до 2020 года до 50% озелененности, на сегодняшний день цифра у нас, в общем-то, наполовину. Реконструкция тепловых сеток на бульваре Перемоги так само привела до выдаления древ. 5 из них было пересаджено в иншее место. Новые обличия местовые жихары восприняли хворовито. Однако все посадки будут компенсованы в полном объеме. У планах так само массовое озеленение районов новых жилых забудов по улицах Чачерская, Свиридова и Макайонка. Ганна Ковалева, Сергей Климович, телерадиокомпания «Гомель». На этом выпуск завершен. У студии працавала Маргарита Шубукова. Усяго доброго и до встречи в эфире.